Сегодня у нас прошло замечательное мероприятие для детей, которое называлось «Накорми птиц». Мероприятие это очень масштабное. Оно проводилось по всей Москве, во всех районах нашего города. И как минимум около 30-40 школ приняли участие в этом мероприятии и внесли свой собственный вклад в помощь братьям нашим меньшим. Мы сегодня ребятам рассказывали о том, какие бывают виды птиц, о том, какие птицы улетают на юг, какие остаются, почему они улетают, почему они остаются, и почему очень важно заботиться о тех птицах, которые никуда не улетают, а остаются с нами, те птицы, которые являются оседлыми. Голодали, чтобы им не было холодно, и то, что их надо любить. На мероприятии присутствовали ребята из 1, 2, 3, 4 классов, то есть начальная школа. И очень удивило, что несмотря на то, что они еще совсем маленькие, они уже знают столько всего интересного и полезного о мире птиц, о природе и о том, как важно заботиться о птицах, заботиться о наших пернатых друзьях. В Испании. В Испании, правильно, зимой. В Крыму. Может быть, и в Крыму зимуют, да, вполне возможно. Ребятам очень понравилось, они были увлечены игрой, участвовали в викторине. За всю викторину, в которой было 32 вопроса, всего на один вопрос был дан неправильный ответ. На все остальные ребята ответили правильно, и поэтому они огромные молодцы, и можно сказать большое спасибо за то, что они берегут природу и заботятся о животных. Начинаем нашу торжественную церемонию! Так. Нам оно очень понравилось. Мы узнали много нового, выиграли. То, что нужно подкармливать птиц. Любите птиц и уважайте. Это мероприятие организовано совместно Ассоциацией победителей Олимпиад и Московским государственным институтом международных отношений. В целом, такие мероприятия будут проводиться довольно часто, и детям это очень интересно, это очень нравится. Мы будем заботиться об окружающей среде, заботиться об экологии и говорить с подрастающим поколением о том, как это важно.